что надо сделать. Я готов на что угодно. Besides cashing in on his insurance policy by setting the place on fire. Now, yeah, don't worry, I'm not giving away any secrets here. I mean, he was caught, convicted, served his time in a brain death cube. And now he walks the streets a free man. But you know how they caught him? Before he burned down his diner, he took out all the expensive kitchen equipment and sold it. Dead giveaway. So think about this. Someone up on Luna is taking all the stuff on Earth they think has value. Maybe they're not just hoarding it. Maybe they're planning something else. Think about it, folks. And the next time you see a rocket launched in the spaceport, ask yourself this. What if that's the last shipment? Так-так-так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись. А зачем ты здесь? Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Не могу не спросить. Сколько у тебя было мужей? 5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Отвали!
меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Всем вспомогательным группам полиции. Поступило сообщение о преступной активности на Росс-стрит и Верфяном проезде. Группа мусорщиков во главе с Еленой Сидоровой напала на бездомных. Преступники вооружены и очень опасны. Власти Найт-Сити объявили вознаграждение за устранение угрозы. Нет, я не хочу умирать! Пощади, я тебе ничего не сделал! До дровишки. Ну что, Кассиус, как бизнес? В последнее время не жалуюсь. Макс так недавно разгромили подпольную клинику. С тех пор поток пациентов вырос, и цены у меня тоже подскочили. Совпадение? Как знать. Что есть хорошего? Выбирай.